скажу, что вот там вот люди, вот где-то вот здесь, да, они собирают квест, о котором я рассказывала, потому что я сейчас нахожусь в городском парке Пусана. И приветствую вас, мои дорогие любители Азии! Сегодня у нас такой аутдор, поболтаем! Ну что, поехали! С вами снова я, Милена, и сегодня я вам расскажу то, что вы поленились прочитать как минимум. Да, у меня легкий аутдор, я нахожусь в Пусанском центральном парке, о котором я давно рассказывала, и сегодня я вам расскажу, о каких таких изменениях все-таки я решила вас предупредить на своем канале. А они будут, а они уже произошли, и начнем, конечно же, с самого офигенного. Это расписание. У меня будут видео выходить 3 раза в неделю, ну, во всяком случае, я буду стремиться к этому моменту. Да, я буду стремиться, я буду стараться, я не уверена, но я буду стараться. И, конечно же, время выхода это будет 9 вечера по корейскому, ну, это где-то 15 по московскому, ну, где-то. Я думаю, многие, кто со мной уже давно, и я вас обожаю, мои хорошие, мои родные, ну, вы уже заметили новый топ и на Ютубе, и в ВК, и даже в ФБ. Да, я буду стремиться поддерживать этот замечательный скеджул, и, в общем-то, это челлендж для меня. Да, я не уверена, но я буду стараться. Пока у меня есть камера, пока я могу ее куда-то поставить, пока я могу бегать и, в общем-то, снимать, дорогие мои, я буду стараться вас радовать. Да и вообще, пока есть камера, надо всегда стараться что-то снять, а то потом ее не будет, и качество упадет, потому что буду снимать на телефон. Ну а пока, это у нас вторник, четверг, суббота, 9 вечера. Я буду стараться выкладывать видео. Если в какой-то из этих дней не вышло, значит выйдет в другой. Но все-таки я буду стараться. Будете стараться со мной? Вторая вещь – это дизайн. Да, я буду стараться изменять немножечко дизайн. Нет, я, конечно же, оставлю при себе мою замечательную сакуру в снегу. Но, может быть, что-то начнет потихонечку меняться. Я не уверена, но, скорее всего, почему нет? Потому что всегда хочется чего-то изменить, чтобы стать лучше. Не правда ли? Поэтому, если вдруг кто-то захочет даже попробовать мне в этом помочь, о да, плюс карме, дорогие мои, плюс карме. Вы можете попробовать помочь по теме «Сакура в снегу». Но я не думаю, что что-то сильно изменится, но пока я экспериментирую. Поэтому не обессудьте, если что-то вдруг резко поменяется. Теперь поговорим за стримы. Да, понимаю, что, скорее всего, многие из вас хотят, чтобы я делала стримы на YouTube, но практика показала, что вам это, ну, не очень нравится. Ну, и тем более у меня игровые стримы, значит, они будут на Twitch. Возможно, я смогу вас предупреждать за час, может быть, за сутки. Иногда они будут спонтанными, поэтому не обессудьте, как, в общем-то, в Инстаграме. У меня всегда спонтанные стримы в Инстаграме, и вы уже знаете. Поэтому я не могу сделать расписание. Пока что не могу сделать расписание для стримов, но я могу вас уверить, стримы будут в Инстаграм и в Твич. Ну, возможно, если я наберусь энергии, которые у меня все так яростно отбирают, я начну делать стримы даже на YouTube. Но пока нет, только Твич и Инстаграм. Поэтому подписываемся, следим, а вдруг что произойдет интересненькое. Да. В тему, правда, да? Но нет. И как бы заключением я хотела рассказать все-таки о своих видео, о качестве, о том, какие примерно они будут и куда меня начнет уносить.
а меня начнет заносить. Как вы уже понимаете, я уже делаю аутдоры и стараюсь это делать с утра, пока народу нету. Но, как видите, мне повезло, студентиков и вообще детсадовцев здесь так много, что я уже... Ну, слава богу, они не мешают, короче, это хорошо. Но о чем бишь я? Да, да. Дорогие мои, у меня не всегда будет эта замечательная камера под рукой, а значит, я не смогу всегда делать более или менее качественный контент в плане качества видео. Именно вот качество видео, да, то есть вот прям вот, чтобы там это было 4K. Нет, у меня есть телефон, да, он может снимать 4K, но как таковой... Чтобы с ним работать именно в этом формате, у меня, наверное, там просто не хватит места, чтобы записывать это все, поэтому мне приходится записывать так, как я могу записать, так, чтобы это было объемно в плане времени, но как бы не качество. Я стараюсь, конечно, но могу предупредить сразу, так как камера у нас, скажем так, семейный типа бизнес, и замечательный муж забирает ее достаточно часто, то уж извините, не всегда смогу вас радовать таким замечательным качеством и звуком, и картинки, ей. Но также хочу сказать, что и сами виды и стили видео будут меняться, потому что на моем канале начнет более активно появляться корейская линейка. О, да. Я буду чаще делать корейские видео. Ну, я так для себя, в принципе, решила. Ну, да. Ну, вы меня понимаете, я сама себе челлендж устраиваю, чтобы мало того, что 3 раза в неделю, так еще и корейские видео, среди них точно должно быть, ну, хотя бы одно. А вот получится или нет, это уже другой вопрос. Ну и, соответственно, сами по себе рубрики. Рубрики будут тоже абсолютно разные. И какие-то я подниму из, скажем так, аналов своих замечательных исторических архивов, чтобы вас радовать, а какие-то будут совершенно новыми, потому что я давно об этом думала, давно хотела, но все никак не набиралось смелости. Надо же выходить из своей зоны комфорта. Смотрите на меня, смотрите, да, я тут облокачиваюсь на вашу замечательную военную машину. Соответственно, возможно, будут появляться новые вариации, к которым я давно стремилась. А вы знаете, что я хочу и коллабы с корейцами, и определенные коллабы с людьми, и, конечно, зазывать себе друзей именно к себе в кадр. И, конечно же, хочу рассказывать вам не только о Корее, где я живу, потому что, ну, вы меня знаете, я уже делала замечательный опрос об этом. Вы поняли, что я хочу затронуть не только Корею, не только Японию, но еще и Китай, потому что я нахожусь вот реально между всех этих стран. Я нахожусь в Пусане, кто пропустил этот замечательный момент? Оу, yeah! И, конечно же, у меня здесь есть и японцы, и китайцы, и сами корейцы. Сами корейцы, живущие здесь, в Пусане, отличаются от всей Кореи в принципе. Это вот просто совершенно другой стиль одежды, поведения и вообще всего, потому что паровоз, потому что гладиолус, и я об этом буду рассказывать постепенно, аккуратно, по мере поступления моих возможностей, силы и энергии. Но это будет все постепенно появляться на моем замечательном канале, поэтому присоединяйтесь. Я надеюсь, вам понравился этот замечательный пробег. Не забывайте о том, что я все еще буду вас мучить всякими опросиками, как вы уже заметили у меня в ВКшеньке, но и еще и на Ютубе. Да, Ютуб, да, вообще замечательный человечек. Наконец-то мне дал комьюнити, то бишь сообщество, закладку. То есть, это вот когда вы заходите на канал, у меня теперь получается как? Главное, видео, плейлисты, сообщество о канале. Вот в тех самых сообществах будут периодически всплывать какие-то старые видео, которые я, возможно, не хочу переделывать, либо еще не скоро переделаю для вас. Ну и, соответственно, опросы, в которых, конечно же, надо участвовать, но как бы все мы знаем, что YouTube у нас лапочка, никого не оповещает, поэтому из серии я буду дублировать все это в ВКшеньку. Ну и в заключении... Ну и в заключение, мои дорогие, замечательные и просто восхитительные подписчики моей Asia. Как вы понимаете, да, у меня было желание все к чертовой матери бросить. Я об этом написала в своем блоге. Было такое состояние высушенности, выпотрошенности. Но, как говорится, без определенного пинка даже ежик не полетит. Ведь ежик птица гордая, пока пнешь, не полетит. И, в общем, целых 2 месяца я была в раздумьях,
что же мне делать, как мне поступить, бросить ли мне каналы, соцсети, заняться, в общем-то, своей жизнью, здоровьем там вообще. Ну, люди вообще-то этим и занимаются. Но нет, я уже не могу вас оставить. У меня уже есть такая огромная аудитория, поэтому я решила сделать эти изменения, надавить в некоторых местах себе на горло, чтобы делать то, что я хочу делать. Пугать людей, например, на улице, ломать свой домик хикикомори, который прячется там, сидит бедный сейчас. Знаете, сколько у него судорог там сейчас происходит? У него там пена изо рта идет, бедненький. Надо будет ему молочка потом теплого купить, да. И, конечно же, просто выходить из своей зоны комфорта в поисках чего-то нового, потому что когда-то давным-давно я была очень позитивным человеком, и я хочу этим позитивом именно с вами делиться. Но мой лозунг – это сарказм, ирония и позитив на позитив. Не забудьте делиться этим позитивом и с другими. И я точно знаю, что мало кто из каких-либо корейских или даже азиатских блогеров вот так вот берет, выходит и начинает что-то делать. Ну ладно, ну может Серега Куваев, ну может Шамов. Ну, я буду, наверное, первой девушкой в этом, как говорится, фронте аутдоринга, поэтому надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, вам тоже понравился мой замечательный аутдор. Что творю, что делаю, что делаю, что творю в замечательном парке Пусана. Дорогие мои, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои соцсети, Инстаграм, Твич, Твиттер, а у меня есть ВКшенька и ФБшенька, потому что, ну, кто знает, что именно заблокируется в следующий раз, о чем, конечно же, в другом видео. И, конечно же, дорогие мои, я вас люблю, обожаю. Не забудьте поставить пальчик вверх и посмотреть это видео multiple times, то есть много раз, потому что, ну, вы знаете, YouTube — это такой ютубодара, что прям все оба глаза хочется ему выколоть. Поэтому до новых встреч, до новых аутдорингов и ждите новых изменений. Я буду стараться придерживаться скеджула очень, но не обещаю. Но вы меня понимаете. Но я буду стараться. Так что до новых встреч. Пока-пока. В тот момент, когда стоишь, снимаешь, а тебя так смотрят, смотрят бедные люди и думают, кто ты такая, блин, вообще? Пришла ты иностранка. Рыбок не даешь покормить, потому что поставила свою камеру на замечательный ящик, откуда берут корм для рыбок, чтобы вон там их покормить. Вбивать металлические прутики эскаватором — это круто.